Так, 30.11.18, 30 ноября. Говорил, нет, этот. Сейчас, газель взяли. 9-й год, 120 тысяч пробег. Взяли мы ее за 190. Переделали кузов. Видать, не кузов, тент. Сделали высокий. Фотки я уже говорил. Скину. Так, по движку этот. 46-12, по-моему, как он называется. Простой УАЗовский. Значит, что делали еще в ней? Там вон заработал муфта. На охлаждение поставили новую. У нас та заклинила. Но эти еще не доделали. Против туманки фары были. Пластиковый капот уже был. 9-й год, 120 тысяч. Мне нравится. Фаркоп вчера снимал. Покажу видео. Фанеркой обшили. Короче, все вот это удовольствие нам обошлось 30 тысяч. А, ну, фанеру я докупал. Не фанеру, USB отдельно. И два профиля еще добавили. Он делал нам три стойкой, а вот эти вот, вот эти и тот, мы потом добавили сами. Так что чуть побольше петли я сделал сам. Там еще надо поставить ящик. Купили. Так, хочу резину поменять. Ну и спойлер. Ну, спойлер говорил. Сейчас стоит она у нас на загрузке сена. Сейчас привезет. Покажем. А, ночью грузимся, сейчас темно. Вот такой фонарик поставили. Охренительный. Сзади, куда хочешь, заезжаешь, как ближний горит. Одна, как двое. А, сейчас приедет. Это ему, все он знает. Да он все знает, что ты ему. Вот специально обученные люди.